Елку нарядили, подарки купили. Пора подумать и о себе, любимый. О том, как создать красивую новогоднюю укладку в домашних условиях, мы вам сейчас и расскажем. Для любой прически вечерней нужен хороший объем, поэтому воспользуемся муссом для волос и поделим в корни. Итак, наносим по всей голове на корни мусс. С помощью расчески фена мы поднимем корни. Мы достигли прикорневого объема с помощью пенки или мусса и обычной расчески. Все это делается очень быстро. У всех наверняка есть в доме плойка, которой мы будем делать легкие локоны по всей голове. Итак, открою один секрет. Чтобы локоны держались долго, можно прядочку обработать лаком. Так, вот что у нас получилось. Теперь из этого мы начнем делать прическу. Теперь мы немного зафиксируем лаком объем на корнях и приступим к прическе. Теперь мы выделяем теменную зону, чтобы закрепить все это резиночкой. Мы собрали теменную зону, чтобы сохранился объем, и закрепим это резиночкой. Резиночку отводим немножечко вниз и протягиваем хвостик в серединку. Теперь мы берем разные прядочки и стараемся подколоть их хвостику. Выбираем пряди и без всяких рисунков прикладываем их в хвост. С обеих сторон от лица оставляем небольшие прядочки. С помощью лака зафиксируем прическу. Вот такая легкая романтическая прическа у нас получилась для новогоднего вечера. Можете попробовать дома сами. Это просто и быстро.